Хочется отдохнуть от домашних забот, посидеть в ресторане в компании друзей или родственников, насладиться изысканными блюдами от шеф-повара. Эти маленькие радости теперь под запретом. В ресторан нельзя прийти большой компанией, но ресторан может прийти к вам и угостить вас любимыми блюдами. Повара Prime заботливо упакуют еду, чтобы во время транспортировки ингредиенты не перемешались и не помялись. Два слоя упаковки и термосумка – залог того, что вы получите блюда теплыми и свежими ровно через час после того, как сделали заказ. Мы привезем все. Даже можем рассмотреть такой вариант, если гость захотел что-то именно другое, то, что нет в меню. Если у нас есть ингредиенты, то мы пойдем навстречу гостям и можем это блюдо приготовить и привезти. Но вкусно приготовить блюдо – это только полдела. Важно его правильно подать. Поэтому повара красиво оформляют блюдо даже в одноразовой упаковке, чтобы вы могли получить и эстетическое наслаждение. Срочные заявки на доставку принимают до 7 часов вечера, чтобы в 8 часов клиенты смогли завершить свой день ужином от ресторана. Но Prime не может оставить своих клиентов без праздника. Если у вас запланировано торжество на 9-10 часов вечера, просто позвоните заранее. Повара приготовят все блюда к назначенному времени, а курьеры доставят к вам домой. Ресторан работает с 11 часов утра, в будни до 22, в пятницу и субботу до 23 часов. То есть можно звонить в это время. Дома аккуратно откройте упаковки, с помощью столовых приборов переложите еду на тарелки. Вспомните, как подают еду в Prime, и попробуйте сделать так же. Пофантазируйте, например, композицию с панакотой можно дополнить яркими точками джема. На мясе овоща грибным соусом нарисовать штрихи. Вместо нескольких часов возле плиты вы потратите не более 10 минут на распаковку и сервировку. Позвольте себе полноценный праздник. Уделите время своим близким, а не кастрюлям и сковородкам. Заказать блюда из меню ресторана Prime можно по телефонам 6-7505 или 5-99-11. От 1000 рублей доставка бесплатная. Если заказ меньше этой суммы, то надо будет оплатить всего 100 рублей.